В рамках реализации муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения на 2021-2025 годы в Самаре в целях обеспечения выполнения мероприятий, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий, сотрудники госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Каршеринг». Самарских водителей, которые пользуются услугами каршеринга, останавливали сотрудники ДПС. Это профилактическая мера, которая должна снизить количество аварий с участием таких автомобилей, проверяя наличие водительских прав и соблюдение скоростного режима. Далеко не все водители каршеринга отличаются добросовестностью и соблюдают правила дорожного движения. На территории города за истекший период зарегистрировано 107 дорожно-транспортных происшествий. Значит, из них по вине водителями автомобилей каршеринга зарегистрировано 87 дорожно-транспортных происшествий. С начала 2022 года в Самаре составлено 373 административных материала на водителей машин, взятых в аренду. Большая часть нарушений касается управления автомобилем в нетрезвом состоянии. Кроме того, часто водители не пристегивают ремень безопасности и проезжают на запрещенный сигнал светофора. Эта страшная авария произошла в Самаре 14 апреля. 27-летний водитель управлял арендованным автомобилем Volkswagen Polo. В какой-то момент он не обеспечил контроль за скоростью движения и допустил наезд на опору. Предварительная версия аварии – значительное превышение скорости. Весь вопрос соблюдения правил дорожного движения со своей стороны госавтоинспекция контролирует. На особом контроле стоят у нас каршеринговые автомобили, осуществляются профилактические мероприятия. Наверное, вопрос все-таки в профессиональной подготовке водителей, которые используют каршеринговые транспортные средства. Профилактические рейды с участием каршеринга сотрудники госавтоинспекции в Самаре проводят регулярно. Сотрудники ГИБДД отмечают, что чаще всего ПДД нарушают автомобилисты с небольшим стажем вождения до 3 лет.